Знатоки, блядь, стейка в чате. Вообще, если уж на то пошло, то лучше, не знаю, вот мне как-то больше шашлычок какой-то заходит, чем стейк. Потому что, не знаю, стейк, шашлык, короче. Стейком в Москве называют минет, ну да, стейк за косарь. Нормальная тема, походу, в Москве. Все, начались игры. Сейчас тут будет грязь. Дайте рунку, парни, пожалуйста. Ты, наверное, стейки из немраморного мяса ешь? Или ты говоришь про цену за 100 г? Спасибо за донат. Нет, я говорю цену за стейк. Сколько там в нем грамм? 250, ну там, не знаю, 300 грамм, неважно. То есть нет. Если за 100 грамм 600 рублей, то это выходит, если 300 грамм стейк, то это косарь 800. Это точно мимо. Вот, а вообще, вкуснее мамкиного борща ничего нет. Это факт. Стейки, хуейки, все это круто, но... Мамка как бы делает все эти стейки. Не хочу с ним драться под шрапнелью, плюс еще, возможно, Арики где-то тут рядышком. Не особо хочется мне с ним... Блин, ты мне надоел. Слышь, своей шрапнелью иди в свой двор. Бля, хочу деда убить. Он там деревья садит, сука. Чем он только там не занимает? Откуда у тебя снова шрапнель? Хватит. Он вообще, короче, небольшой такой наркоман. Ему пофигу на то, что я фармлю. Он просто меня лупит. Руны нет, руна снизу. Неохота мне идти на низ. Давайте возьмем второй скилл на всякий случай. Вдруг нас гангать придут какие-то Рикимару. Все-таки урон ему физический. Спрячусь в астрал и нажму бежать. Моя курица с банкой пошла на низ, естественно. Нафиг она мне в миде нужна, правильно ведь? Зачем мне банка вообще нужна? Пусть курица сейчас по пути сдохнет от шейкера, к примеру. Почему бы и нет? Блин, я хочу эту банку принести, но, бля, там шейкер гуляет. Плохая идея пытаться шейкером на фонтане убить. Ну и чё ты мне моргаешь? У меня банки даже нету, чтобы, бля, сейчас курица от Рики отъедет. Алло, кто курой? Кура, хилься. О, подхилил куру. Вот это я молодец. Настоящий врач. Ну и чё, можно стоять, в принципе, мана на второй скилл у нас есть.
если что, уйдем в тень. Давайте чуть снайпера побьем, чтобы он тут боялся, а не стоял. Шрапнель пошла. Чуть отойти. Этого попытаться задынаить. Не пошло. Сапог и стик нам нужен. Все, давайте все это добро нести. Так, проверим руну. Снизу нету, сверху есть. Руна смерти. Умирать будем, значит, в ближайшее время. Окей, не вопрос. Дабл килл делает тимберец союзный, что очень важно. Тут вообще какой-то дикий замес. У меня ульта нету, мне как-то вот без ульта особо не хочется даже идти драться. Вот сейчас уже другой разговор. Сейчас можно вот с дедом даже закуситься. Я Рики не убью. Давай деда попробуем. Неважно там, косой, не косой, хоть как-то его убить. Да го-го-го! Дагер дашь? Прыгай, убиваем. Хорош. Так, сейчас пойдут шрапнели, фиссуры. Ух ты, закрыл, хорошо. И быстро, я так понял, да? Тихо-тихо, они вообще меня, они меня потеряли. Ой, все, пусть несут. Быстро сдулся, быстро, парень. Я иду, брат. О, бля, все выиграл. Все святилище. Все святилище, сука, мое выбил. Наконец-то 7-й уровень. Секунду, дай кнопки поменять. Все. Пойдемте деда попробуем убить. У нас 18 секунд кулдаун ульта. Надо его для начала подразмять. Чуть-чуть подразмять его, чтобы он был тепленький. Вот. Теперь, если он останется на миде, мы ускоряемся на фейзах. Если я его вижу сейчас, что он стоит на хайграунде, догоняем его и бьем ему лицо. Но он походу... О, все, брат. ...24 секунды. Походу, ульта не успела его убить, потому что так бы он на 10 секунд дольше резался, но это было бы точно не 24 секунды. Было бы, наверное, 34. Вот. Ну, неважно. Главное, фраги. Деда убили, хп пополнили себе. Ману пополнили. Не, некролит очень жесткий, блин, на нем надо обузить. То есть, даже не в миде, не обязательно его в мид тыкать. Просто он сам по себе сильный. Это чё? Опять ты? А, так это засада. Так это засада, вы сразу и говорили, блядь, блочит, задрот. Задроты, блядь. Нахуй Смита, блядь. Задроты. Блочат. Туда-сюда гангают. Потнючие засранцы. Уходим отсюда. Пойдем вот сюда. Чё, может догон пойти? Или может вагоним лучше? Не, лучше догон. Блин. О, хорошая руна. Оставь руну, плес. Убить, убить его. Убить его. Утони.
Я утонул, утонул. Надо было только мне чуть позже утонуть. Да, бля, я боялся, что уйдет. Да, не бойся, все нормально. Давай спушим. Давай убьем. Сейчас опять они пришли с своими гангами. Плюс 40 к урону, здравствуйте. Мечта всей жизни загангать Стрея и набить ему лицо, чтоб не выебывался. Так, ну, ульта у меня пока в единичку, это плохо, мало, мало урона, нужен догон какой-то, чтобы с этой ультой в один, хотя уже скоро левел будет. Так, когти пошли, интересно, 10-я минута, мы на легкую линию носим когти. Или это лесник какой-то? А, это Лего, наверное. Не, не Лего, Лего в Shadow Blade сразу будет. Мутки. Так, интересно, они снова придут сюда вчетвером, как это они обычно делают, или больше нет? Кого пушить-то? Церберус 70 рус, спасибо за подписочку, братиш. Welcome, второй месяц, добро пожаловать. О, я знаю, кого скосить. Пойди нахуй, Торн, 2 часа, блядь, догадываешься, что назвать. Чё он, интересно, хотел? В доте главное не победа, вот тут я согласен. Главное — это удовольствие. Так и знал, что сейчас стырят. А курица ко мне вообще не хочет. Забирайте курицу, кому шла. Так, панель наверх. Ты сварку или сварка в оттуда? А, там Лера. Нет сварка уже. Тут дед, значит, в лесу где-то спрятался от нас. Сейчас деда найдем, убьем. Давайте вот тут постоим. Мне почему-то кажется, что сейчас кто-то сюда к нам поднимется. Либо это будет шейкер. А можно вообще зайти и шейкера прям за башню. Как же я регенюсь, классно. Так, еще догончик, еще свиток. Замечательно. Можно наверх пойти. Блин, ну чё все умирают? Счет 17-2. То есть, понимаете, какая тут ситуация в игре, что точно такое же могло произойти, только в другую сторону. Вот сейчас мы изи могли сосать.
10 стиков просто нормально работает. Заюзаешь второй скилл, юзаешь 10 зарядов, и в итоге у тебя на 50% больше хила. Прикольно, да? Герой вообще классный. Очень сильно некролит. О, иллюзии, пойдем возьмем. О, можно деда наказать. Сейчас, куда он вообще двигаться будет? О, нормально, сейчас иллюзии танканут. И мы деда тут похороним. Бля, дед ушел уже. Шрапнелью откинулся откуда-то с кустов и бежать скорее. Нафижу его иллюзией. Нам нужен толстенький откормленный дед. Таланты Акса видел, Акс жесткий. Кстати, может быть даже следующую игру на Аксе сыграем. Что-то вот напомнил ты мне про Акса, и мне захотелось. О. Мне захотелось на нем забахать. Гоу не сломаем, я захилю сейчас. Да побейте башню, что вы бегаете? Вы можете просто башню бить, и все. Мы ее сломаем, сейчас и уйдем нить ломать. Плевать на скорость передвижения. Будем в атрибуты идти. Go mid T2. Go mid T2, парни. О, дед что-то. Теперь вверх так. Красава, фантом. Серия 7 убийств прервана шрапнелью. Вот так вот. А если Сларка хейтить? Вот я сейчас опять увижу Сларка, дам ему косу и догон. Сларк, бедолага, боже мой. О, Лего сдулся.
Жало хорошо, но сдулось. Надо даггер, наверное, купить, а то я за ними буду бегать очень долго. Куплю сейчас даггер, просто прыгну в Фларка, дам ему все дела и уйду. Рубик. Это ж Лузи. Да, нехитрый, нехитрый. Ой, ладно, ну его нафиг за ним гоняться. Вот зафармлю иллюзии. Дофармлю блинк. Все, даггер есть. Ну и сейчас уже будем просто прыгать с Ларка, убивать его и уходить. Так, через 5 секунд умирает Сларк. Или дед. Давно деда не убивал. Или нет, лучше Сларка захейти. Кстати, он что-то себе купил. А, я догон не прожал, сука. Я забыл, что я его переложил в другой слот. Надо сюда его переложить. Ну, дед, сука, иди сюда. Ну, хитрый какой. Жват, я вижу, что ты пишешь, но я просто не хочу играть на козе. И все. Блин, ну все линии выиграли, как-то быстро все закончилось. Было бы прикольнее, если кто-то у нас жестко фидил. Вон, как в игре, которую я проиграл, Алхимик 0.14. Тогда бы была заруба. Главное не победа, а удовольствие, которое ты испытываешь от победы. Ну, блин, знаешь, бывают игры, в которых ты даже победив, ну, удовольствие ты не получаешь. Таких игр очень много и очень часто они бывают. То есть бывают игры, которые ты играешь, тебе просто плевать хочется. И выиграл ты ее, проиграл, тебе вообще одинаково. Единственная разница только в одной ситуации ты получаешь плюс 25, в другой минус 25. Ну, удовольствие. Ну. Так, боты плюс в чат. А я убил Сларка? Нифига себе. Я даже и не пытался. Я что-то на деда настроен был. Блин, что-то ботов дофига, ребят. Блин, что-то я переборщил с ботами сегодня. Сорян. Так, надо, короче, деда убить. Все, это хорошо. Блять, деда не убьешь. Блин, а дед что-то на жир, походу, купил. Он дед прохаванный.
Он там, наверное, брейсеров, сука, настакал себе. А нет, там просто Dragon Lance. Вот, замакшенной ультой уже хватит его убить. Хотя и то непонятно, 0.75 все равно мало. Не накручивает. Ну, я просто не палюсь, ребят. Я просто не палюсь. Так, поехали на Аксе сыграем. Чё-то на Некролите как бы и не поиграли-то толком. Так, мы уже на 2 косаря заходим. Потихонечку. О, косарь 700, винга. Это он просто 5 болтов за игру кинул героя и все. Он же максил болт.